Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот коробка. Это долгожданная посылка. Долгожданная, ну как долгожданная? Дней 18 жданная. Это будет распаковка из Алиэкспресса. В общем, я купил себе кроссовки Xiaomi. Они мне очень понравились, очень классные. И я в них хожу, бегаю уже побегал несколько раз. И ну, жене очень понравились белые цветом. Увидели мы их на магазине JD, но ее размера не было. И пришлось заказать ей кроссовки на Алиэкспрессе, ссылка будет в описании. Конечно, дороже, чем в JD, поэтому я оставлю ссылку и в JD, где продают. Вот, ну, немного дороже вышли кроссовки, чем на JD, но здесь должен быть датчик. Насколько я понимаю, в JD продавали без датчика, там за $39, по-моему, можно было взять кроссовки Xiaomi, но там не было именно белого цвета кроссовок. А ей очень хочется белые, и понравились очень, и поэтому я и решил сделать подарок. Естественно, она уже спалила, да, то есть 38 размер взяли. Вот. И, в общем, пришлось признаться, что едут ей кроссовки, хотел сделать сюрприз, но не получилось. Вот, ну и давайте ближе теперь посмотрим на нее. Коробка такая же, как и у меня была в кроссовках, все то же самое, но... Ух ты, они реально красивые, то есть, ну, мои красивые, а они тоже бомбовые. Вот такие кроссовки, надеюсь, они подойдут размером ей, там ей сложнее выбрать, чем мне размер. Все отлично, давайте посмотрим, положили ли. А датчика, получается, нет. То есть такая стоимость, а датчика нет. Ну, реально там заплатил около $50 за кроссовки. Вот, ну а датчика не положили. То есть, ну, я не знаю, как бы ссылка будет в описании, посмотрите. То есть, скорее всего, может, я не доглядел, может, они без датчика и идут. Я проверю, и если что, напишу продавцу. Вот. Но здесь датчика нет. То есть, смотрим. Вот, тут даже внутри она такая красивая. Такие полоски оранжевые. Вот здесь размер 7,5. Я надеюсь, они ей подойдут, потому что столько мучений было с этими кроссовками, пока я их нашел, пока нашел, где можно дешевле купить и так далее. Вот, еще и без датчика. Ну, это, конечно, досадно. Но у меня двое кроссовок, один из моих датчиков уйдет ей. Вот, ну, отличные кроссовки. Все класс. Но ее размер популярный, то есть сколько раз уже были скидки на JD, ни разу не ее размера. Поэтому уже решил. И шнурки здесь очень красивые, и они короче. Короче, чем у меня там вот такие вот длина в моих. Но здесь короче, видите, такие небольшие. Ну, как для девочек, то есть посимпатичнее, в общем. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!